Раз, два, бір, екі, үш. Айн, свай, драй. One, two, three. Ич, ни, сан. Попытка номер два. Вроде. Днем плохо снимать, солнце отсвечивает. Так, холостой ход уберем. Айдл. Nissan Tirano. Or Pathfinder. Diesel. TD27. И интерпулер. And electronic. ETI Electronic Turbo Intercooler. More horsepower, больше лошадей у него, поскольку у нее эту электронику уже добавили. Steel fuel mechanical fuel pump and injection. Very reliable. Good power. 120 horsepower. This is adjustable, регулируется. Кому надо, да? Побалдеть, полежать. О, вот это я не сфотографировал. Maybe non-smoke. I don't see smoke. No rust. New tires. Размеры колес. Так. Что еще показать? Все духи показал. Покажем. Опа, ремешок не туда попал. One owner, один хозяин, Японии был. Опять крючки. А что такое там? Кто знает, подскажите. Не буду открывать пока. Вот крючки у нее.
Doorwiser, дровики. Dual airbag, новая модель уже с подушками. Auction Grade 3 Plus, 152,000 километров, 150 тысяч километров. Approximately 85, maybe 1,000 miles. New tires. Плохо этот днем снимать, солнце отсвечивает. Не знаю, скажите, как вам нравится, нет, дневные съемки. Мне нравится на закате, когда солнца уже нет практически. И вообще шикардосно получается. Этот экран отсвечивает, все отсвечивает. This engine has timing gears driven, no belt, no chain, super duper reliable, custom iron, чугунный мотор с шестернями, ГРМ, то есть нет у него ни ремня, ни цепи, но уже он не на раме, да, но все равно хорошая тача, да? Что-то ни разу не купили Тирана в таком в старом кузове на раме, они сейчас или в плохом состоянии не очень, что-то потрепанное, или страшно дорогие, особенно механики страшно дорогие. Так, что еще? Все, да? Все, что ли? Закроем окошки. А, мотор спереди, покажу-ка. Опа. Что-то отсвечивает, что ли? Непонятно. Ничего не видно. У него интеркулер, интересно. Here is an intercooler. This engine has intercooler. For example, Hilux Surf doesn't have intercooler. Turbo diesel 1KZT. This is has intercooler. Так, ну все вроде, да? Раздатку показать, что ли? Давай покажу. Так, transfer case. Clean or rust. Это защита. Это protection for the gas tank. Вот он уже в принципе показал. За них пару раз. Да, хоть побалдеть вместе, да? Ага, ремень. Окей, ремень надо потянуть. Alternator belts needs to tighten. Все, пойду за ключами подтягивать генератор. Ремешок слабенький. Всем до связи. See you later. JDM Brothers. We have in stock almost 200 cars. Welcome. У нас почти 200 тачек. Приходите. И пишите комменты, кто откуда. Давайте пока, до связи.